Так, ну я добралась до деревни. У меня заботы с Яшей. А они тоже скучно жить. Угу. Знакомьтесь. Уральская, либо длиннохвостая неясыть. Обычный вид, но с ней у нас проблема. Аня ее не может уже несколько дней накормить. 30 дней. Аня уже приносила ей и мышку, и мяско. Не мяско, курицу. Мяско ей нельзя. Курицу, да. Рассказывай, как ты ее нашла. Ну, я по трассе ехала, а она лежит мертвая, прям, и крылья только на ветру колышутся, вот так, как это. Я остановилась, думаю, ну, проверю. Думаю, если ее мертвая, уберу с дороги. Беру ее за крылья, а она шевельнулась. Я ее в машину, там есть у меня запись, где она такая пьяная. То есть она сначала не могла даже встать, просто шевелилась и падала. Вот, потом потихонечку начала приходить в себя, села. В общем, сутки она не открывала глаза вообще. Вот, то есть она сидела и днем, и ночью вот так вот, то есть не могла ей было, видимо, у нее контузия, то есть она то ли поток воздухом от машины попала, то ли ее ослепили фары, скорее всего, и она ударилась при падении. Но вот сегодня она уже открывала глаза, сейчас, правда, светло, машину пришлось оборудовать под то, чтобы она не убилась, то есть я закидала снегом лобовое стекло, у нас висят вот еще. Двое суток у меня висят пеленки везде, чтобы она, то есть, не ломанулась и не травмировалась, потому что заносить тепло нам ее не рекомендовали, резкий перепад температуры, и потом ее выпускать, то есть, тоже будет проблематично, если, ну, то есть, из тепла на холод. Поэтому, то есть, сейчас на улице у нас не очень холодно, и она сидит в машине, завешенной пеленками. Но сейчас хотя бы понемножку начала пить. Еда, она вроде пытается брать в клювик и бросает. Я надеюсь, что сейчас у нее контузия потихонечку начнет отходить, она, ну, голод возьмет свое, она начнет кушать. Крылышки у нее, она ими машет, у нее целые, хвостик тоже в порядке, лапки нормальные, при том, что мне говорили, обязательно в перчатках, иначе она может порвать руки. Она достаточно аккуратно сидит на руке, несмотря на ее такие грозные когти. Вот, ну, она, вот сейчас я покажу. Да, она цепляется, то есть достаточно бережно, то есть она не впивается, вот прям, чтобы эта рука вполне терпит и без перчатки. Это очень нежное вот на ощупь оперение, то есть ее прям касаешься, как какую-то, не знаю. Вот. Мы ее назвали Софочка. Вот. Надеемся, что она у нас оклемается, и мы сможем вернуть ее в природу, потому как птица должна жить в небе. Вот. Софа. Уху. Уху. Мы как вы там делаете? По-всякому развлекали, уже находили ей звуки совы. Но пока вот она так, тем более днем, она, скорее всего, еще сонная из-за этого. Но она и ночью, вчера я тут ее пыталась покормить ночью. Нет, она вот все равно вот такая же пока в одной паре. Получше стала, я говорю, хотя бы стала открывать глаза, глотать воду. Но пока вот дальше мы не двинулись. Прочитали уже все про нее, сейчас будем пытаться ее накормить всякими этими фаршиками из печеночки куриной или индюшачьей. Миша у меня поймал ей мышку, потому что я не знала, что делать, а у меня Миша пес ловит мышей. Я-то брала у него пойманную убитую им мышь, принесла сове, но она есть ее не стала, потому что ей пока еще нехорошо. Ну вот такой еще у нас питомец. Угу. Сов у нас еще не было. Да ты моя Софочка, да. А мне чуть-чуть больновато вот этот палец. Вот этот? Да. Да, Зайка, пересаживайся. Да. Вот, молодец ты моя красивая девочка. Очень аккуратная девочка. Да. Скажи мне просто, пока нехорошо. Сейчас я приду в себя, я вам... А голову, как она поворачивает, прям хобана и назад. Да, она может видеть свою попу, свой хвост. Она прям полностью так легко, прям раз ее, и тут затылок. Все, нету глаз, они туда ушли, назад. Глаза на жопе. Ну да, в прямом смысле, на затылке. Вот, поэтому, да, вот такая у нас, а когтища, смотри, какие огромные. Вообще красота вот природа создает. Угу. Им, конечно, тяжелее стало, все вырубается, тут еще и охотники всякие.
Плюс трассы, птицу такую, она очень часто, где когда я еду по трассе, совы перелетают дорогу, попадая в свет фар, они, то есть, вот травмируются очень часто. Я несколько раз за зиму притормаживаю, летом как-то поменьше, вот на удивление. Вот чаще зимой они вылетают. Хотя летом бывает, но не так. А вот там, где я ее подобрала, там вот очень часто, прям там поля с обоих сторон дороги, и они очень часто прям вот так вших через дорогу, и получается в свете фар. У меня один раз я видела, как упала. Ну, как написано, что они в зимнее время, то есть в лесу им тяжело, тяжело достать еду, и, а на полях, так как продувается, снега меньше, они вылетают, ну, вот они... охотятся на поля. И вот приходится иной раз, мне тогда прям в лобовой чуть не ляпнулось. Она как выскочила, я успела притормозить, чтобы она пролететь успела. А вот, видела, как один раз, правда, летом сова вот так впереди меня машина ехала, и она прям в свете фар пролетела и упала туда в траву на обочине. Я остановилась, побежала туда, но она, видимо, то есть пришла в себя, то есть, ну, немножко вот, то есть ослепилась и улетела, потому что никого уже не было. Рассказывайте, вот. Я послухаю. А вот Софочка у нас каким-то чудом еще и уцелеть. Она прям на дороге лежала, прям, я не знаю, как ее не раскатали. Потому что вот бывает, когда птица раздавленная, а крылья вот на ветру, ветер был, мотаются, а она живая оказалась. Я прям очень даже удивился. Я не чаяла, что она будет живой. Ну, вот так вот. Опа, одним глазом. Красивая. Одним глазом. Второй закрыт, одним она подглядывает. Какая ты красоточка. Это не передать, какая она на ощупь. А ресницы какие. Вон, когда глаз закрыт, у нее ресницы какие. Божечки мои, пушистые. Зимний вариант, чтобы глаза не мерзли. Да, мы хорошие. Ну, будем надеяться, что сможем тебя вернуть в природу, когда ты в себя придешь. Главное, чтобы кушать начала, тогда хоть силы будут. Пока... Так, ну ладно, мы идем продолжать. Да. Дела. Сидеть хорошо. Да, с Софочкой занятно. Залипательно прям. Да. Сидел бы и сидел. Да, она, видишь, на нас подглядывает. Скажет, что одна тетка покоя не давала, теперь вторая пришла. Затыркали, да? Скажи, я тут спать хочу, а вы ко мне лезете. Она, в принципе, не сильно напрягается, она нас просто игнорирует, и все. Ну, у нас опять были снега. Вот столько у нас уже. Это на вывоз. То есть снег с какашками, мусор. Трактор пока еще не починился, ждем. Когда починится, не знаю. Чистишь, 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 а оно опять. А мои. Чесать, да? Это что за эти космы отрастил?
Мальта, и ты красотка, вертихвостка. Тосечка, Тося, рыбонька моя. Вот я не знаю, почему нет желающих на такую красоту. Ой, выбражуля, ай, выбражуля, малыш, выбражуля. Надюха, Надюха, Надюха. Сейчас попозже с тобой схожу погулять, схожу, Надя. Психоватая. Заберите девчонку, она психует, будку грызет. Жизни Капитошке не дает никакой, да? Стервозина мелкая. Капитош. Капитоша. Капитошка. Ты как улыбаешься? Тоша, как ты улыбаешься? Ой, ты улыбчивая моя девчонка. Ой. Иди на место. Ой, тя-ря-тя-тя. Ой, тя-ря-тя-тя. Идем, идем. Я иду, иду. Иду. Иду, я говорю. Хотите мне позавидовать? Идем, идем. Я забираю сову. Завтра повезу ее в клинику. Потому что сказали, что тоже, скорее всего, черепно-мозговая. Но еще проблема в том, что она не ест. Ты такая красивая.